Привет, друзья! Сегодня покажу одну неплохую насадочку для ловли всей мирной рыбки. Мне понадобится тесто. Тесто я уже приготовил, то есть соединил муку с водой. И также понадобится еще такая специя. Приправка для рыбки. Насыпаем чуть-чуть на тарелочку какую-нибудь плоскую емкость. Я сделаю это так, потому что тесто я уже слепил. После этого обмакиваем наше тесто в эту самую приправочку. Напомню, клюет вся рыбка. Клюет плазвичка, клюет уклейка, клюет подлечник, клюет, короче, все. Дальше все это дело стискиваем, смешиваем, лепим в дальнейшем комочки и отправляемся на рыбалочку. Если вам ролик понравился, пальчик вверх, не понравился, пальчик вниз. Пишите свои комментарии, как дела у вас на рыбалочке. А если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь на канал. С вами был я, Дмитрий, и вы были на канале «Рыбалка с Димоном» круглый год. Всем удачи и пока.